все наши песни, это порыв, творческий порыв. Именно «Зенегнайна с такси» — это была подготовка к концерту. Мы делали небольшую постановку, естественно, оделись в костюмы и пытались что-то придумать. И во время перерыва сели, наиграли, придумали, спели. Это не было что-то такое официальное видео, вот выложили его только потому, что мы любим такие вещи делать. «Зеленоглазое такси притормози, притормози, и отвези меня туда, где будут рады мне всегда». Репертуар мы подбираем из расчета наших каких-то интересов. Вот нам нравится песня, мы ее делаем. Мы смотрим, ложится она на хор или не ложится. То есть вот такие вот критерии есть. Вот, большинство, 80% нашего репертуара — это русские песни, советская эстрада, патриотические песни, песни военных лет. Мы очень любим это творчество. Но иногда позволяем себе креативить и делать обработки современных хитов рока. Let the sky fall when it crumbles, we will stand on, face it all together. Let the sky fall.